Так, всем привет! Сейчас я вам покажу, как делать сеточку в фотошопе. Мы просто открываем фотографию и создаем новый слой, чтобы была ширина 4, высота 4 и содержимое фона прозрачный. Создаем новый слой и в навигаторе ставим на самую большую и увеличиваем до максимума. Дальше мы берем карандаш размер 1 писель и рисуем вот таких вот 4 квадрата. Так, дальше нажимаем редактирование, определить узор. Сохраняем наш узор. Дальше создаем новый слой, нажимаем Ctrl-G, чтобы нам слой, задать слой новый. Дальше нажимаем слой, стиль слоя и наложение узора. Накладываем наш узор. И вот что у нас получилось. Можно также выбрать мягкий свет. Можно выбрать замену светлым и выбирать разные. Затем нажимаем файл, сохранить как, в таком-то формате и сохраняем. Вот все, что у нас получилось. Спасибо всем за урок. Пока.